Здравствуйте, дорогие мои зрители, подписчики моего канала. С вами Сергей Язовский, риэлтор и видеоблогер из Аликанте. Сегодня 13 июня в Аликанте. Реальное лето. А я продолжаю все так же работать для вас. Некогда, отдохнем в ящике. И еду, показываю вам, сколько у меня квартир банковских, видите? И еду показывать сейчас квартиру по адресу, вот этому адресу. Так, банковская квартира, значит, 109 квадратных метров за 77 400 евро. Покажу эту квартиру, потому что есть сейчас запросы от людей именно в этой категории. Больше 100 квадратных метров. Я снял уже, снимать буду это третье видео за этих два дня. Помимо основной работы еще успеваю сделать это. И залью буквально сегодня эти все видео. Завтра я уезжаю показывать объекты и земли в городке Altea Hills. Так что ждите репортажи, подписывайтесь на канал. Едем. Продолжаю свой рассказ, дорогие друзья. Приехал я на улицу Авенида Конде де Люминарес и показываю вам, что рядом находится. Ла Кайша, банк Меркадона. Недалеко совсем от центра. Очень неплохое место. Это тот самый дом. Пойдемте. Открываем секретный пакет, который мы потом должны съесть. Понимаете, да? Достаем ключи. Банк нам всегда так присылает. И заходим. Я зашел. Показываю вам холл. Две двери, каждая дверь на ключе. Проходим. Лифт. Едем, красотки, кататься. Так, продолжаем свой рассказ. Я зашел в эту квартиру банковскую и покажу вам сейчас очередной вариант от банка. Вы должны понимать, что звонок прикольный, что банковские квартиры зачастую все без мебели. Вы должны это понимать и осознавать. Смотрим, что мы видим внизу. Все очень прилично. Так. Так, да? Пошли дальше. Проходим направо. Я вижу здесь, по-моему, натуральный паркет. И новые, но возможно, к реновации. Это нормальная дверь пустотелая. Так, здесь стоял шкаф. Когда стелили паркет, даже не отодвинули шкаф. Еще одна патио. То есть мы наблюдаем. Эта сторона очень солнечная. Квартира под ремонт. Наблюдаете. Так, идем далее. Зашел я там. Так, сразу, значит, направо одна комната. Давайте пройдем направо. Далее я вижу туалет. Плитка пойдет, но желательно делать ремонт. Короче, это я с вами, жара, я обнажен. Все старенькое. Вторая комната, наблюдаем. Раз, два. Так, опять вид туда же. Так, поехали далее. Возвращаемся. Интересная планировка, но, в принципе, идем налево от входа. Видим ванну. Ванну. Плитка хорошая. Да. Ванна. Менять желательно, но, возможно, еще использовать. Большая достаточно. То есть
Так, получается, что... Угу. Так, офигенное расположение. Я в шоке. То есть мы зашли здесь. Так, слева две комнаты. Так, поворачиваюсь налево. Туалет. Далее справа ванная. Далее идем. Выходим еще на такой коридор. Опять слева комната. Ага. Так, то патио я вам показывал изначально. Проходим. Так. Слева огромная кухня. Смотрим далее. И попадаем в основной большой зал. Ха, какая интересная планировка. Полукруглая стена. Надеюсь, из этого видео вы поймете, что это за квартира. Куда у нас выходят окна. И у нас из этого зала такой вид. Ну, что вам скажу. Значит, как обычно, покажу вам, где море. Море, смотрите, вот за этой горой. Если на этой улице повернуть здесь направо, вы находитесь примерно в 1,5 километрах от моря. Примерно. Надо идти направо. Понятно, да? Я вышел и, заканчивая репортаж, еще раз вам говорю, заказывайте у нас любую банковскую и другую недвижимость. Пишите заявки на spaintoursobaka@gmail.com. Любая недвижимость в провинции Аликанте, банковские квартиры. Я вам специально показываю, что есть допуск, что этих квартир масса. Бунгало, виллы, все, что вы хотите. Все, друзья, удачи всем, здоровья, успехов. Adiós.